всем еще раз. Сейчас украинские телеграм-каналы и украинские телеграм-каналы, и натовские, которые шифруются под российские телеграм-каналы, не буду ни в коем случае их называть, чтобы их не рекламировать, вовсю рекламируют на 19.00 всеобщую российскую акцию протеста против мобилизации, против путинского режима и так далее. Так вот, что я считаю, ребята, что если сегодня кто-то в 19.00 придет, это враг России, ну реально враг. Ну, конечно, они еще и попадают под закон, поэтому какие-то сутки там их посадят, кого-то на 15 суток, кого-то больше. Но я думаю, что любой человек, который сейчас пытается в трудную минуту раскачать что-то у нас здесь внутри, в данной ситуации, это враг нашего государства. Ну, еще такой маленький лайфхак вам скажу, что точно мне известно, от, по крайней мере, от нескольких регионов, что у силовиков есть мысль такая, что если кто-то выйдет, или выйдут чьи-то родственники, жены там, и так далее, то вот этих первых надо отправлять туда, на Донбасс, чтобы они сами порох понюхали, смерть посмотрели, как по людям стреляют, кто там виноват, что там американцы, натовцы делают и так далее. Поэтому вот родственники тех, кто сегодня выйдет, или сами, если они призывного возраста, рискуют уйти на Донбасс в первых, так сказать, рядах. Всем привет!